Париж был подходящим местом для тех из нас, кому предстояло создать искусство и литературу 20 века. Вполне естественно, 19 век знал, что делать с каждым человеком, а 20 век неизбежно должен был не знать. И значит, местом, где нужно было быть, был Париж. Гертруда Стайн. Выставка «Парижская школа» впервые в истории музейного дела в России знакомит отечественного зрителя с широко известным за рубежом художественным феноменом «Эколь де Пари». Экспозиция организована Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина в партнерстве с крупнейшими парижскими государственными и муниципальными собраниями. Что же такое «Парижская школа»? Этим условным термином, его впервые употребил критик Андре Варно в середине 1920-х годов, в истории искусства 20 века принято обозначать интернациональное сообщество художников нескольких поколений, не столь французов, сколь иностранцев, прибывших сюда с разных концов Европы и даже с других континентов в 1900-1920-х годах и обосновавшихся главным образом в районе артистической богемы Монпарнас. Этот район на юге Парижа подхватил своеобразную эстафету от Монмартра, расположенного у северной оконечности города, где в последние десятилетия 19 века и в самом начале века 20 тоже сложилась своеобразная художественная колония, в основном из французских художников и поэтов, к которым исподволь примыкали первые иностранцы. Например, Пабло Пикассо. Монпарнасское же интернациональное сообщество, сложившееся в первые годы 20 века, сохраняло специфику своего творческого богемного бытования на протяжении 1910-1930-х годов, но также и в 1940-х и даже вплоть до 1960-х. Вот уже более 100 лет, практически с момента возникновения, феномен Парижской школы будоражит умы искусствоведов, музейщиков, галеристов, антикваров, коллекционеров и любителей искусства. О Парижской школе написано множество книг, статей, диссертаций, в том числе и у нас. Но вот увидеть ее во всем многообразии и блеске раньше в России не было возможности. Среди самых ярких представителей Парижской школы всемирно знаменитые мастера, уроженцы разных стран. Амедео Модильяни из Италии. Пабло Пикассо и Хуан Грис из Испании. Тесс ван Донген из Голландии. Моисей Кислинг и Ежен Зак из Польши. Константин Брынкуши из Румынии. Жюль Паскен из Болгарии. Диего Ривера из Мексики. Леонар Фуджита из Японии и многие другие. Огромный вклад в творческое наследие Парижской школы внесли выходцы из Российской империи. На рубеже 1900-1910-х годов радикально настроенные молодые художники приехали с восточных окраин Европы и влились в интернациональное парижское сообщество. Среди них были будущие европейские и мировые звезды, живописцы и рисовальщики Марк Шагал, Хаим Сутин. Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Серж Ферра и Елена Эттинген. Мария Васильева. Маревна. Сергей Шаршун. Давид Какабадзе и Ладу Гудяшвили. Давид Штеренберг, Георгий Якулов. Скульптор Осип Сапкин,
Александр Архипенко, Ханна Орлова. Яков Лившиц, Оскар Мещанинов и немало других интересных мастеров. Художники Парижской школы из Центральной, Южной, из Восточной Европы, из Латинской Америки, Японии никогда не были движимы общими художественными целями и не обладали одинаковыми или хотя бы близкими авторскими манерами. Главное, что объединяло их стремление к свободному поиску и профессиональному общению, то есть сама неповторимая творческая атмосфера столицы Франции. Не случайно, именно за Парижем в общественном сознании не только Европы, но и Северной Америки и других концов света на заре 20 века прочно закрепилась репутация всемирной столицы искусства. Можно сказать, что главный урок Парижской школы – это замечательный урок творческой и личной свободы, взаимной толерантности, значение которого трудно переоценить в масштабах всей европейской, даже мировой культуры 20 века. Урок актуальный и в веке 21-м. На выставке показано произведения живописи, графики, скульптуры и фотографии в общей сложности более чем 50 авторов, причем каждый из них представлен несколькими работами. Столь представительная демонстрация произведений этих мастеров в России предпринимается впервые. Выставка позволяет совершенно по-новому взглянуть на формирование важнейших художественных процессов в Европе в первой половине 20 века, формировавшихся и проходивших во взаимодействии представителей разных национальных школ и при непосредственном участии художников, приехавших в Париж с разных концов света. Именно здесь, как в Тигле, переплавлялись разнообразные национальные художественные традиции, которые в конечном итоге дали жизнь важнейшим течениям искусства первой половины 20 века – экспрессионизму, фавизму, кубизму, позже дадаизму, сюрреализму. Эта выставка не только представляет замечательные произведения многих широко известных мастеров. Организаторы постарались раскрыть образ той артистически богемной среды эмоционального и напряженно-авторского поиска, что царил в частных ателье-академиях и в мастерских знаменитого Улья, бывшего винного павильона Всемирной Парижской выставки 1900 года, перестроенного для художников по инициативе скульптора Альфреда Буше, жившего там же. Организаторы стремились показать и друзей художников, поэтов и писателей, таких как Гийом Аполлинер, Жан Кокто, Макс Жакоб, и профессиональных критиков Анри Варно, Андре Сальмон, Гертруда Стайн, и маршанов, и галеристов, как Конвейлер, Амброаз Валар, Адольф Баслер, Поль Гийом. И, конечно же, их вдохновительниц, подруг и натурщиц, как Мари Лорансен, Юти Десно Суджита или легендарные Тики. Поэтому важно было продемонстрировать еще и то, каково было веселое и шумное времяпрепровождение художников, их моделей, их меценатов и маршанов, многочисленных кафе, кабаре и танцевальных залах Монпарнаса, с которым в первую очередь связано само понятие парижской школы. Поэтому такое важное место в предлагаемой экспозиции заняли живописные фотографические виды Парижа, особенно памятных мест на Монпарнасе, знаменитых кафе «Ротонда», «Дом», «Клозери де Лила» и других многочисленных бистро и кафе, где собирались художники около художественной богемы, проводившие там ничуть не меньше времени, чем за работой в мастерской, и, конечно, изображения танцевальных залов. Бал-Белье и Бал-Табарен, где не только плясали до утра, но и устраивали знаменитые костюмированные балы. Также на выставке представлены запечатленные фотообъективами галереи и салоны торговцев картинами, маршанов, разные ателье, в том числе Улья на окраине Монпарнаса. Старинные фотографии играют при этом двоякую роль. Они и экспонаты, и важнейшие элементы дизайнерского решения выставки.